Вот это все с машины медведь выбросил. А вот и говори, ага. Дверь закрыта. Да, машина закрыта была. Вот барахло, все, все, что можно сожрать, сожрал. Снизу, снизу. Залез. Сейчас будем вовнутрь еще залазить. Разломал там. Слышь, дед, это все хуйня. Ты сейчас увидишь, что внутри произошло. Вот, вот тут охуеешь. Да, это пиздец. Да. Ты уже охуеешь. Подожди, не торопись. Ну, стекла повыдавливал сверху, зеркала подшибал. Все в будке на улице. Сейчас будем смотреть внутри. Ну что, открывай. Все провода с фонарей, оторвал. Хоть, но... Вот тут это, он но... залазил, вылазил, на сторону кругом. Видите? Номер оставил, ну да. Подожди, подожди, не торопись, открывай. Хуй козла, он сейчас притих и лежит там, пидораз. Где сигареты нет? Тихо, тихо. Открывай потихонечку. Я хуй его знаю. Так, ну, вроде никого не видно. Ебаный рот. Ебать его в рот, пиздец, что побрывал. Как он съебался, блядь. Ёб твою мать. Ну-ка, Саня, проходи. Это полный пиздец. Саня, уйди с ними. Ебаный в рот. Это пиздец. Ну, Юр, вот это после медведя. Что тут у нас творится? Твою мать. Он, видать, залез сюда и хотел вылезть. А куда он делся-то, блядь? А как он вышел? Ну, снизу, наверное, вышел. Ну, как вы, бочка, выход? Это потом, может, она завалилась. Как это могло потом завалиться? Он же не человек вытаскивать ее. Пиздец, машине нахуй.